В рамках поручения губернатора Московской области глава Раменского городского округа совместно с раменским городским прокурором Александром Саниным, подрядной организацией и инициативной группой дольщиков проинспектировали ход строительства работ в ЖК «Березовая роща». Объект социально важный. Здесь дома предусмотрены для расселения наших дольщиков. Дома находятся в высокой стадии готовности. По некоторым домам 80% готовность, по некоторым 97-98%. Самое главное, тепловой контур весь закрыт, и мы можем говорить о том, что ситуация полностью под контролем. Мы понимаем, когда произойдет сдача, когда будет выдача ключей нашим дольщикам. Согласно плану, ЖК будет включать в себя 13 корпусов. 6 из них уже введены в эксплуатацию. В остальных продолжаются благоустроительные работы, предусмотренные строительными нормами и правилами. На сегодняшний день на объекте задействованы 338 рабочих и 35 единиц техники. Николай Александрович подчеркнул, на данный момент проложили уже более 8 тысяч сетей. Остальная часть благоустройства будет сделана весной. Было решено разбить это благоустройство на этапы. Выявили о том, что необходимо подрядчику увеличить количество людей, работающих сегодня на объектах, и устранить мелкие замечания, которые выявляются в ходе промежуточной приемки. Николай Ханин сделал акцент на том, что все работы ведутся в соответствии с графиком, и до конца года работы будут реализованы. Я надеюсь, что до конца года наши дольщики, которые были поражены в правах, получат ключи. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Андрей Пластунов, Раменское телевидение.